Доброго здоровья, дорогие друзья! С вами Леонид Андреенко, и сегодня в нашем обзоре новинка от сингапурской компании Otto. Это массажное кресло-реклайнер Otto Lift Chair LC800. Это кресло имеет уникальную функцию «помощь при подъеме». Тем самым человек, имеющий проблемы с опорно-двигательным аппаратом, может легко с него встать. В кресле имеется функция автоматического подъема и изменения угла наклона, как мы сейчас это видим, и она очень легко помогает мне подняться, даже если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это кресло отлично подойдет людям, проходящим реабилитацию после переломов и травм, а также пожилым людям, у которых есть проблемы с тазобедренным суставом или со спиной. Кресло большое, имеет мягкую обивку и широкие удобные подлокотники. Если у вас болит спина и неудобная кровать, вы можете использовать это кресло вместо кровати и оптимально подобрать для себя то положение, в котором вам будет комфортно и удобно. Также вы можете легко вставать по утрам, абсолютно не напрягаясь, не напрягая, если есть какие-то проблемы с позвоночником, и сразу при этом сделать себе хороший массаж и для этого проснуться, лучше всякого кофе. Включив функцию вибромассажа и теплового подогрева, вы легко расслабитесь в конце рабочего дня и получите крепкий и здоровый сон. Также с утра вы можете себя с помощью этой функции взбодрить, привести себя в порядок, проснуться. Функция вибрации, сама вибрация проникает в тело и мягкие ткани очень глубоко, тем самым воздействует на внутренние органы и мягкие ткани человека. За счет этого происходит активизация всех обменных процессов в организме, улучшается кровоснабжение, улучшается питание тканей, и вы чувствуете себя хорошо, и восстановление происходит очень быстро и естественно. Интенсивность вибромассажа вы также можете самостоятельно регулировать. Вы можете это делать вручную, либо выбрать любую из 5 автоматических программ. Также в этом кресле есть функция прогрева поясницы и зоны сидения, и непосредственно ягодиц. Если вы замерзли, простыли, если у вас есть ущемление седалищного нерва, любое назначение врача по прогреванию спины или поясницы, или в принципе у вас нет возможности ходить в сауну по какой-либо причине, вы можете всегда использовать это кресло. Оно поможет сделать не только хороший качественный массаж, но и прогреет, восстановит кровоснабжение, и вы будете себя чувствовать гораздо-гораздо лучше. Итак, как вы убедились, в этом кресле есть очень много полезных функций. Это и вибромассаж, это и тепловое воздействие, это максимально удобный подбор угла наклона. Соответственно, это кресло можно использовать не только для родных и близких, и для себя, но также можно использовать его в работе. Это может быть полезно в кабинетах психотерапии, в массажных салонах, салонах красоты, в медицинских центрах, центрах реабилитации. Везде, где есть люди и где есть возможность оказать им помощь. Кресло Otto Lift Chair. Всегда для вас в удобном положении.